Всем доброе, бодрое утро. На градуснике плюс 12, почти 13 градусов. Темно, смотрите как. Всю ночь лил сильный дождь. Вот так не видно, что-то отсвечивает. Отсвечивает. Смотрите, какое окошко грязное. Что такое? Своим пушистым хвостом. Что ты, вкусняшки опять? Шеф-повар Денис готовит завтрак. Всем доброе утро. А что оно такое некрасивое? Нормально. Я теперь буду знать, что оно такое. А ты не смотри. У нас будет омлетик с авокадо, да? Что всем приятного аппетита, кто завтракает, обедает или ужинает. На тебе вкусняшечку. На. Ногти мне не надо. А что ты их разгрызаешь на две половинки только? У меня глаза разбежали. Мы уже собрались, мы едем. А куда мы едем? В магазин. Мы хотим сделать на обед суши, но уже не на обед, на ужин получится, да? Суши, и нам нужно купить рис. И что еще? Я не посмотрела, есть ли у нас крабовые палочки или нет. Крем-сыр, ну и крабовые палочки. Надо посмотреть, может быть, есть в морозилке, тогда уже не покупать. Сходишь, посмотришь? На дверях должны быть, по-моему. На дверях? Да. Ну что, есть? Есть. Но не виши, конечно, но... Да, должны быть виши, или мы съели все. Там ну, такие там... обычные. Ну хватит нам на эти... Нам хватит, да. Ну абсолютно. Все. Тогда мы так особо не едим крабовые палочки, и крабовый салат мы едим раз в два года. Поэтому на суши нам хватит. Так что да. Поехали, мы выезжаем, берем вас с собой, вы не переключайтесь.
всякие пудинги. Ульфа. Да. Можно, наверное, да. Вон турецкие сладости, смотри. Не было, не было. Было только открыто. Рахат лукум. Сакеш. Вот здесь только вот это было. Такие вкусняшки. Приехали мы в ТСК. Померь. Он прям к куртке подходит. Куртки подходит. Она glow mask, она светится? Наверное. Ужас, страшно прям. Прикольно, да? Ага. Здесь уже все. На Рождество. О, смотри, теперь минт есть. Угу. И там еще он какой-то. Но я вот это вот с апельсином вообще ничего не люблю. Это ужасно просто. Конфетки. Да. О, вкусный, наверное, вот этот вот вишневый Black Forest. Вон большую Филадельфию возьми, большую. Суши рис. Что-то какой-то в маленьких пакетах совсем. Две брать, наверное, да? Да. А этого нету. Ну, а там наверху нету? Не, не вижу. Потому что, может быть, в пачках там стоит, видишь, может запакованный. Быть, да. Здесь как-то мало этого, 500 грамм. Вот когда надо,
Его нет. Когда не надо, он стоит. Мы дома. Денис варит рис. Я сейчас все нарежу, подготовлю. И сегодня мы попробуем рисовую бумагу тоже сделать. Помнишь? Суши завернуть в рисовую прозрачную бумагу. Нет, не помню. Вот в эту. Ее нужно намочить. И она будет такая мягкая, эластичная. И в нее завернуть. Это коричневая, вон, brown rice paper. Вот так. Пришло время тебя испробовать. Денис приготовился крутить роллы. Суши, роллы. А сделаем и суши, и роллы. Кому как удобно, так и называйте. Здесь он уже рисик. Я нарезала авокадо, сладкий перчик, огурчик. Я не чистила огурчик, так сделала. Потом там креветочки, рыбка, крабовые палочки, собственно, нори. И будем приступать. Сейчас еще с рисовой бумажкой сделаем. Бумажкой. Бумагой. Кот тоже наблюдает. Скажите, вы тоже принимаете участие? Или вы только потом будете попрошайничать? Фарыч, скажите ваше слово. Ну, передай всем привет. Там тебе все приветы передают. Говорят, что ты красивый. Красивый. Красавчик. Фарыч. Первое мы решили сделать из рисовой бумаги. Вот видите, какая она мягенькая стала? Вот вообще просто... Вот, как пленочка такая, да? Mm-hmm. Никогда не делали с такой бумаги, первый раз делаем. Mm-hmm. Мы, возможно, первый блин комом, но ничего. Посмотрим. Так. Может, много не накладывай, знаешь, чтобы она не порвалась или как там, что там. Просто ярких каких-нибудь цветов, он желтенький. Уж как есть, так и есть. Что, порвется. Но. Что? Не попробуешь, не получится никогда. Да, правильно, это верно, это точно. Пробует тут. Не ест. Что еще? Красненько. Как-то толстые будут, нет? Ну, они такие должны быть. Да? Да. Давай, наверное, вот это я уберу на желтенький. Красненько вот так вот. Там вообще там надо наваливать. Да? Ну все, закручиваем его. Оп. К пакету не прилипнет? Ну, так и не должно, поэтому и пакет делается, чтобы... Ну, закручивается там что-то. Ну. Может, его без пакета надо? На столе? Нет. С пакетом, да? Да. Ну, как бы так. Ну, да. Рвется. Теперь рисик. Рисик. А, еще и рисового надо? Конечно. Потому что мы с тобой просто такие лысые ели. Помнишь, нам делали без риса сверху? Ой, горячий рис еще. Ну, да. Как-то горячеватый. Или это так сверху просто? Теплый.
Я, Ксюша, пришла на запах, я спустилась с каморы своей. Да. Богдан здесь тоже. Подъедает. Все спустились, все ждут, когда папа сделает первое. Да? Мы сейчас порежем пойдем. Та-дам! Первый получился. Вот из рисовой бумаги. И просто хотим сделать еще голенькие, знаете, без риса сверху. И они так будут красиво просвечиваться. Посмотрим. Надо, я почитала в интернете, нужно взять две рисовые бумаги, чтобы она не разорвалась. Забыли сверху рыбку выложить. Все, выкладываем рыбку. Полноценно. Ну так вот, да, красивенько. Блин, нету кунжута. Кунжута можно было бы еще сверху посыпать. И без кунжута красиво. И вот так вот красиво получается. Всем приятного аппетита, кто завтракает, обедает или ужинает. Все, очень вкусно поели, очень вкусно. Вкусно. Да. Но рис был совсем другой. Его так расперло, он так разварился, что обычно нет. Мы делаем обычно наше... Как его? Amount. Количество. Количество. И... Делаем обычное наше количество, и у нас всегда нормально получается. А это был другой рис, нашего не было. И вот так расперло, и вот он так разварился. В общем, многовато для нас получилось. Мы все не съели, у нас еще осталось на завтра и, наверное, на послезавтра. Не, ну на послезавтра нет, максимум до завтра. И то они уже завтра такие не очень будут, они свежие, вкусные. Но все равно. Очень вкусно мы поужинали. Спасибо. Спасибо. Вот Денис крутит, он у меня всегда роллом. Кстати, что я могу сказать по этой рисовой бумаге? Ничего особенного, мы уже ели. Мы когда раньше заказывали суши у женщины, которая делала, она нам тоже такие делала. Но у нее получалось очень красиво. Вот, мы не умеем с ней работать, с этой бумагой. Вот, она такая резиновая, знаете, становится. Для спринг-роллов вообще шикарно. Но, мне кажется, не для роллов. Да? Не знаю, как, по крайней мере, не знаю, как с ней работать. Либо туда, знаете, свежий огурчик, свежий салатик, свежую морковочку, такой, знаете, как, ну, для ролла, для спринг-ролла, и все. Я не знаю, можно ее жарить или нет, эту бумагу. Ну, в общем, что-то такое необычное, что такое, она безвкусная, да? Ну, вот что-то такое вот, кого-то удивить. На стол так накрыть, поставить, то можно, если научиться ей еще работать, потому что она становится очень такая эластичная, но и она в то же время и прилипает. Чтобы ее красиво сделать, я не знаю, как ее делать. Не рвется, она тоже, кстати. Ну, кстати, я вот когда уже резала, она немножко подсохла. Угу. Она не рвется, она тянется. Да? Да. То есть она рвется тогда, когда вот вы ее окунаете в воду, то есть тогда нужно очень сильно аккуратным быть, чтобы ее не порвать. А потом, когда она подсыхает, она становится резиновой, но не рвется. Я ее же спокойно оторвала от доски, и она не порвалась. Она как медуза какая-то. Ну, в общем, спасибо, что провели этот день с нами, спасибо, что были с нами. Добро пожаловать новым подписчикам на наш канал. Спасибо, что подписываетесь, и увидимся с вами в другом влоге. Всем пока-пока. Пока. Bye 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 to the tears you cry. Bye 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 to the times we lied.